По результатам служебной проверки полковника Арсеньева увольняют из органов внутренних дел за развал работы в обверенном подразделении и за утрату контроля за оперативным составом. На допросе Захаров признается Семенову, что просто хотел ему помочь убивать тех, о чьей смерти мечтал Семенов Арсеньев. В ресторане передает главе комиссии по борьбе с коррупцией Веселовскому $500,000, чтобы сохранить прежнюю должность. После получения взятки Веселовского задерживают. Арсеньев задействует все свои связи в верхах, чтобы не потерять свою должность. Любимов предлагает Арсеньеву написать рапорт об увольнении. Шубин предлагает Фоме сделку обеспечения безопасности в обмен на информацию о преступном мире Питера, ведь Байкал уже выходит на свободу, а ему грозит и вовсе опасность.